Смольным, член Политбюро ЦК КПСС, член Президиума Верховного Совета СССР, первый секретарь Ленинградского обкома партии Григорий Васильевич Романов вручил правительственные награды группе ленинградцев. Высокого звания Героя социалистического труда удостоены народный артист СССР Александр Федорович Борисов, актер Ленинградского государственного академического театра драмы имени Пушкина. Первый секретарь Лужского горкома КПСС Валентин Михайлович Гребнев. Бригадир токарей Ленинградского машиностроительного объединения имени Карла Маркса Георгий Сергеевич Кононов. Токарь-расточник Ленинградского станкостроительного производственного объединения имени Свердлова Николай Сергеевич Лебедев. Бригадир модельщиков производственного объединения «Невская завод» имени Ленина Юрий Андреевич Марксьянов. Бригадир совхоза Федоровская Тоснинского района Анна Борисовна Смирнова. Большой группе ленинградцев были вручены ордена Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Трудовой славы. Григорий Васильевич Романов тепло поздравил награжденных, пожелал им дальнейших успехов.